Всем добрый день, с вами Евгения, канал Садача. Вот так хранятся. Гортензия у меня крупнолистная. Это большие. Тут есть и малютки. Все живенькие. Сначала хранились на улице, неотапливаемом подвале. Но у нас морозы обещают. Живу я в Подмосковье, поэтому пришлось занести в подвал под домом. Вот. Температура, конечно, большеватая. Вот. Давайте посмотрим, сколько. Ну вот 10 для них многовато, но, к сожалению, подвал с улицы промерзает. Поэтому пока будут храниться здесь. Землю проверяю. Сверху сухая, но дальше начинаешь копать, мокрая. Поэтому пока ничего поливать не буду. Ну, все живенькие, он хорошенькие. Здесь вообще вот дупел розы огромные. Это бесконечное лето. Так что пока вот так хранятся. Это более малыши, но тоже все вот живенькие. Листики, которые сбрасывает, я убираю, чтобы не гнили. Вот так. На сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал.